привет, с вами Петр Баканов. Нередко на дороге можно увидеть такую картину, когда один водитель начинает перестраиваться и включает свой поворотник уже вместе с поворотом руля, то есть делает два движения одновременно. Таким образом, он может спровоцировать аварийную ситуацию, ведь он не успевает предупредить должным образом других участников дорожного движения о своем маневре. Понятно, что прежде всего нужно осмотреться по зеркалам и убедиться в безопасности маневра. Затем включаем сигнал поворота. Лампочка должна вспыхнуть и погаснуть хотя бы три раза. Во-первых, это даст окружающим заранее понять о нашем намерении перестроиться, а нам убедиться в том, что они нам уступают дорогу. Соответственно, затем, не выключая сигнал поворота, мы плавно перемещаемся в соседнюю полосу. То есть, действуя таким образом, мы прогнозируем свои движения не на один шаг, а на несколько шагов вперед. То есть мы должны заранее понимать, куда мы хотим попасть в следующий момент.